друзья. Короче, решила провести прямой эфир. Просто я так подумала, что реально каждый прямой эфир у меня... Олег, привет! Каждый прямой эфир вообще всегда задает вопросы только о работе. И вы знаете, ну, у меня такой не то что принцип, ну, я никогда в основном сама не завожу речь о работе, о сетевом бизнесе, вообще ни о чем. Но люди сами проявляют интерес к этому. Вот в чем вопрос, вот в чем вопрос. И мне стало очень интересно, не интересно, а просто я захотела провести эфир и рассказать вообще принципы нашей работы, что здесь происходит. И как люди за самый короткий срок реально добиваются результатов. И вообще, по какому принципу я отбираю лидеров. Вот смотрите, у меня есть четкая позиция, что я не должна никогда никого дергать. Ну, в плане, нет, если человек уже в квалификации, то мы с ним всегда проговариваем какие-то очень важные вопросы. Я даже, ну, бывает момент, могу, не бывает, а я всегда спрашиваю, собственно, за это дело. По какому принципу я выбираю лидеров? Не выбираю, они сами проявляются. Человек, который приходит ко мне в команду, я его не буду тюкать, типа, давай, чё ты там, короче, давай делать действия. Я считаю, что человек, который пришел осознанно и захотел делать что-то для развития своего будущего, собственно, он должен сам проявлять какие-то действия. Поэтому, когда человек приходит ко мне, я ему скидываю даже... Вот смотрите, еще очень интересная такая система есть. Есть люди, которые очень сильно просятся ко мне в первую линию. Ну, типа, вот только к тебе в первую линию и все. То есть у вас, когда вы мне пишете по работе, вы же мне доверяете. И если я говорю, нужно сделать вот так, значит, так нужно сделать. Вы же мне доверяете, значит, в этом тоже нужно доверять. Я не просто так это делаю. И это очень важно. То есть, если вы пойдете к какому-то другому лидеру из моей команды, ничего, поверьте, не изменится. Потому что, во-первых, вам бывает очень огромный завал у меня, и если вдруг я там не успеваю где-то отвечать, то человек, который из моей команды, да, ваш тоже наставник, он будет отвечать моментально и быстро, и все будет в порядке. Поэтому, когда вы мне пишете, и не переживайте о том, я никогда вас не отдам ни к одному плохому человеку. Так вот, вообще люди, которые проявляют какие-то собственные действия, да, например, в команде, не то что в команде, а просто свои собственные действия, мне очень нравится. Я вот, ты можешь прийти ко мне в команду, конечно. Что происходит? Вот человек пришел, зарегистрировался, получил доступ к личному кабинету. Я ему отправляю материал, говорю, вот смотри, вот тебе нужно посмотреть вот это и вот это в своем личном кабинете. Вот давай мы с тобой договоримся, что ты посмотришь это в самый короткий срок. То есть с человеком создаем договоренность, правда же? Но это то же самое, как взять кредит в банке и не платить его, правда же? Ну, то есть нужно серьезно относиться, ну, очень многие не относятся серьезно, думая, что это просто какая-то вот, ну, очередная там, короче, ну, сомневается во всем, даже в себе. И мне очень странно, знаете почему? Потому что ты же все-таки пришел зарабатывать. Это то же самое, если человек, например, доктор, всю жизнь был стоматологом и захотел вдруг стать парикмахером. И он такой приходит на работу в парикмахерскую устраиваться и говорит, все, я там готов стричь людей, там еще что-то, красить. Понятное дело, что без практики, без знаний и опыта он что сделает? Он накосячит и все сделает неправильно. Здесь то же самое, это осваивание новой профессии, новых навыков. И для того, чтобы здесь научиться что-то делать, нужно, ну, не научиться, а нужно хотя бы что-то на начальном этапе изучить. Но я все-таки говорю, что сетевой бизнес — это практика.
это практика. И все, что происходит сейчас в моей жизни, и все, что было вообще на протяжении этих 2 лет, что я в сетевом, это только практика. То есть я никогда ничего не заучивала. Я никогда ничего не пыталась там выучить для того, чтобы там рассказать человеку. Нет. Я считала изначально, чем быстрее я столкнусь с какими-то трудностями, возражениями и там неправильными действиями, тем быстрее я приду к результату. Все так и получалось. Поэтому, когда новички у меня спрашивают: Оля, а там есть какой-то алгоритм по звонку? Да нет алгоритма, я же не могу вам сказать, там, позвони своей подруге лучшей и скажи вот так вот, вот так вот, вот так. Я не знаю вашу жизнь, я не знаю ваше общение. И когда вы у меня спрашиваете какой-то алгоритм звонка, его просто не существует, его нет. Ну и тем более 21 век, да, на дворе. Давайте не забывать о том, что у нас есть мессенджеры типа WhatsApp, там, Viber, не знаю, кто пользуется, там, Telegram и так далее. Мы также можем делать звонки и там записывать аудио по нашему мессенджеру. В этом нет ничего страшного. Хоть всегда, всю жизнь был алгоритм список, звонок, встреча, список, звонок, встреча. Я не учу своих людей списку, звонку и встреч. Ну да, есть привет, как дела, пошли ко мне в команду или давай приходи. Ну то есть нужно же понимать, что я, ну что ты будешь говорить. Я каждый звонок делала индивидуально. То есть я, если знала, что мне нужно человека пригласить на встречу, то есть я всегда понимала заранее, как я буду это делать, как я с человеком общалась. То есть я же не позвоню, там, не знаю, своему там бывшему начальнику и не скажу: слышь, Вась, давай-ка, короче, ты ко мне навстречу иди. Ты, ну, короче, всегда прокручиваешь ситуацию о звонке в своей голове. Это и есть твой скрипт. Ты же уже звонишь, это скрипт. Скрипт звонка пригласить навстречу. То есть ты должен четко проговорить, что тебе нужно человека позвать навстречу. Вот и все. А то, что там заучено, делается там, короче, как-то по шаблону, это никогда не работало и не будет работать. У меня был случай такой, что девочка звонила при мне своей лучшей подруге, хотя вчера они в клубе тусили, это было при мне. Она звонит и говорит ей: Лер, привет, слушай, ты знаешь, у меня к тебе есть очень деловое предложение, тебе не интересен дополнительный доход? Что? Какой дополнительный доход? Ты вчера с ней бухала в клубе, я не знаю, там на бурдершаф, как это слово говорится, виски херачились рекой, а сегодня ты дополнительный доход предлагаешь. О чем ты вообще говоришь? Ты должен же понимать, кому ты звонишь. Солнышко красивое, правда? Ты должен понимать, кому ты звонишь. Вот если бы я звонила своей лучшей подруге, я бы ей сказала: слушай, Крис, мне насрать, либо ты со мной, либо все, давай, до свидания. Человек от уважения к вам всегда придет за вами. Есть такой очень интересный факт наших наставников, когда Ром Зубченко пришел в сетевой, позвал в бизнес Мишу Зворыгина, моего наставника. Он сказал, что, типа, вот, короче, Миш, давай в сетевой. И Миша сказал: Рома, ты мой друг, я пойду за тобой только для того, чтобы вытащить тебя оттуда. Но я зайду, я разберусь и посмотрю. Ну вот, человек просто миллионер за 2 там с лишним года, чтобы вы понимали. А когда вам отказывают друзья и говорят, типа, что я не буду заходить с тобой в бизнес, типа, что ты куда меня несешь? А кто это вообще тогда вам, друзья ли? Оглянитесь, посмотрите на свое окружение. И посмотрите, действительно ли это ваши друзья, ваши знакомые, товарищи, не знаю, кто это. И как они вообще, с каким уважением к вам относятся, если они так говорят. Вот, принцип, по которому я выращиваю людей. Кстати, у меня уже в этом месяце еще одна новая звездочка будет. У Романа наставник Павел Коршунов.
У Коршунова Павла наставник Олег Черняховский. Вообще, зачем это, если честно, я не понимаю. Когда спрашивают кучу наставников, ты же пришел вот сюда ко мне, я твой наставник. Вот, бери меня, пользуйся мной и наслаждайся. Как сменить наставника? Никак не сменить наставника. Очень огромное количество сообщений я получаю от людей, типа, а вот я там зарегистрировался 2 дня назад, не могли бы вы мне помочь и разобраться? Нет, блядь, не могу! Я такая все сейчас бросила и побежала тебе помогать. Нет, если ты выбрал, иди до конца уже. И я одно скажу, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Вот, ну, в большинстве своем есть исключительные случаи, когда действительно там кто-то хочет по определенным причинам сменить наставника, меняет, и все получается. Вот, например, вот в этом месяце у меня новая звездочка загорается на второй месяц работы. Второй месяц работы новая звездочка просто. Это уже вторая звездочка. Я научилась никак, нет, не то, что научилась. Я проработала свою систему, и каждые 2 месяца, я думаю, что будет даже, наверное, больше. Точнее, еще короче срок я хочу сделать, не 2 месяца по выращиванию лидеров звезд. Так вот, определение лидеров в своей команде. Человек должен быть самостоятельным. Потому что я сама была самостоятельна, я ни от кого не зависела, то есть я не бежала и не просила там своего наставника, потому что у меня его не было в городе, просто я была одна, просто одна, и не просила там, типа, сделай мне это, сделай то. Я зарегистрировалась 16 ноября 2015 года, 19 ноября я уже проводила встречу, хотя ничего не знала о компании, вообще ничего. И я считаю, что я не боялась, то есть я пришла и была уверена в себе, я была уверена в том, что я говорю, и люди, которые сидели, были точно так же уверены во мне. Конечно, если ты сидишь, у тебя руки трясутся, голос дрожит, и ты вообще там тыкаешь-мыкаешь, сказать ничего не можешь, понятное дело, что никто никогда не придет тебе в команду. Вот. И да, я хочу уменьшить срок по выращиванию звезд. Может быть, скоро это будет 1 месяц работы. 1 месяц. В общем, друзья, реально не бойтесь сетевого бизнеса. По одной простой причине. Очень сильно вас раскрывает как личность. Показывает ваши качества. Показывает вообще, кто у вас есть в окружении. Нормальные люди ли вас окружают или ненормальные. Сразу же у вас меняется окружение. По одной простой причине. Вам просто становится неинтересно с ними. С тем, с кем дружили раньше или еще что-то, потому что интересы меняются, взгляды на жизнь меняются. Вот я расскажу один пример. Раньше, когда мы встречались с друзьями, все работники в найме, мы всегда разговаривали только о том, у кого же ситуация в жизни и в работе была хуже. Ну, то есть, типа, вот, начальник козел, то не сделали, а ты прикинь, что у меня было на работе. Короче, всегда лился негатив. Здесь этого нет, вообще нигде нет. Ну, короче, в сетевом реально нет негатива. Вот мы никогда не говорим о каких-то плохих, не знаю, ситуациях. Мы ставим цели, мы думаем о том, куда мы поедем путешествовать, как бы придумать какой-то трип. Потому что на моем мерсе нет наклейки. Ответ устраивает? Вот. Вот, мы думаем всегда о том, что у нас будет, короче, в будущем. И там ставим цели, планы, разрабатываем стратегии по выращиванию новых лидеров, по закрытию новых квалификаций. Друзья, нет наклейки, не нужно об этом спрашивать. Ее нет, и все. Что от этого поменяется, если я отвечу? Ну, нет от наклейки. Что теперь сделать? Я уже 1000 раз говорила, поэтому не нужно мне спрашивать. Вот. Поэтому, короче, вот так вот сбилась с мысли из-за наклейки, блин. Можно сетевой раскрутить в маленьком городе очень легко. Чем, короче, чем меньше город, тем круче.
серьезно. Я сама начинала в маленьком городе, у нас 300 тысяч населения. Есть ребята, которые выстреливали в других городах, типа там с населением 90, в 30, даже в 15 тысяч человек. У меня авария была, в дверь ударили, господи, вот поэтому нет наклеек. Сняла я еще старые наклейки, ждала новые наклейки в новом формате. Но пока я ждала, меня вот задели, и смысл их клеить на захуяченную машину, что ли? Да вообще легко. Вообще легко, можно раскрутить. Вообще легко. И вот, не бойтесь сложностей. Короче, есть у меня еще определенная цель. Вырастить в самый короткий срок квалификацию бриллиант. Вот, тоже над этим работаю. Еще у меня в структуре закрывались квалификации со звезды на ДС, то есть СС на ДС, тоже очень мощно. Я еще хочу повторить такой же успех. И думаю, что в феврале мы это сделаем. Вот. Это будет третий месяц работы как раз человека, который пришел в бизнес. Короче, есть у меня определенные стратегии. Конечно, я не буду рассказывать о своих принципах работы конкретно, потому что зачем? Они же мои, правда? Они только для моей команды. Я насчет Ешки не знаю. Я, ну, короче, думаю, либо ГЛЦ, либо Е. Поэтому я не тороплюсь, честно. Я вообще не тороплюсь. Мне нравится моя Цешка. Я довольна. Меня все устраивает. Машина хорошая. Я ее люблю очень сильно. И, ну, то есть, короче, у меня прям нету такого, знаешь, быстрее забрать, лишь бы показать кому-то. Нет, зачем? Нужно же адекватно расценивать свои силы, правда? Например, если забирать второй автобонус, нужно в него вложить деньги, да, за дополнительную комплектацию. Ну, то есть я пока что не готова вложить там огромную сумму для того, чтобы получить второй автобонус. Вот, есть другие цели немножко, на куда уходят сейчас там мои деньги. Поэтому, ну, короче, вот как-то так. Я не рассказала про самостоятельность людей. Не то, что самостоятельность, это же, конечно, глупо сказать человеку, что вот, короче, на, держи, тебе номер ID, разбирайся сам. Нет, это неправильно. Человек должен быть с запросом всегда. Потому что человек, если без запроса, и ты его тыкаешь, короче, как мертвую кошку, знаете. Короче, вот лежит дохлая кошка,